На конкурс дети читают стихи. Софья Мамонтова, 8 лет, город Волжский, Волгоградской области. Игорь Масленников, посмотри, как день прекрасен. Это стихотворение мне нравится, потому что оно очень красочно и сочно выражает настроение писателя, и я с ним очень согласна. Посмотри, как день прекрасен, и как ясен небосклон, как горит под солнцем ясень, без огня пылает клён и кружится над поляной, как жар птица лист багряный, и багряный, как рубины, ждет ягоды рябины в ожидании гостей, красногрудых снегирей. Она с горки в рыжих листьях, словно в пышных шубах листьях, величавые дубы с грустью смотрят на грибы, старые и малые, сыроежки алые и пурпурный мухомор посреди кротовых нор. День лишь тем к концу подходит, в красный терем спать уходит, солнце красное с небес, гаснут листья, меркнет лес.